Кто лучше владеет компьютером, выясняли на 9-м всероссийском конкурсе. Он прошел среди пенсионеров. Участие в компьютерном многоборье приняли участие 11 человек. Конкурсанты отвечали на теоретические вопросы и выполняли практические задания. Организовало мероприятие Министерство труда и социального развития республики. Главная цель – научить пожилых людей компьютерным технологиям. Это может облегчить им доступ к получению государственных услуг через интернет. Ростелеком совместно с Пенсионным фондом России подготовили специальное пособие «Азбука интернета». С его помощью пенсионерам будет легче управлять компьютером. Победители регионального этапа конкурса примут участие в федеральном. Он пройдет в Пятигорске. С удовольствием согласилась, потому что мне интересно участвовать. Это же так хорошо для пенсионеров, чтобы быть в жизни нашей страны. Данный конкурс помогает нашим участникам активнее проводить свой досуг после того, как они выходят на пенсию. Помогает также конкурс общаться со своими детьми по связи интернет, а также просто общаться друг с другом и активно проводить свой досуг.